Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия «Огородная кулинария». Я всегда говорю, нужно не только вырастить растения на огороде, но и обязательно все их употребить, переработать в продукты питания. Поэтому моя весна всегда начинается с салатов. Первый салат – это салат из салата. Вот это сорт московский парниковый. На основе этого салата я готовлю много-много всяких вариаций салатов. Для тех, кто ни разу еще не садил салат, бывают же как молодые хозяйки, я расскажу. Просто это очень простейший салат. Моете листья салата в двух водах, промываете, мелко рубим. Лук зеленый свой, у меня батун. И добавляем яйцо. Все, все это перемешиваем. Можно заправить майонезом, можно сметаной. Я люблю, когда пропорция один к одному, половина сметаны, половина майонеза. Прекрасный, нежнейший весенний салат, полный витаминов, готовится за 5 минут. На основе вот этого салата можно сделать более сытные салаты. Можно добавить туда отварной картофель, порубленный кубиками. Можно добавить кусочки колбасы. Можно добавить сыр. Вот с этим салатом, с листьями салата, подходит все. Зелень сочетается с любыми. Можно кусочки мяса отварного, курятину, свинину, говядину, любой. Выращивайте салат, он не требует никаких ни ухода, ничего трудозатрат. Посыпали семена, он вырос. И, пожалуйста, употребляйте салаты, делайте каждый день, радуйте своих близких. Вот на основе этого салата можно 7 дней в неделю делать различные салаты. Так как я одной рукой снимаю, я не могу вам показать. Ну все, сейчас все это я сюда сыплю, перемешаю. И прекрасный витаминный весенний свежий салат готов. Готовится буквально за 5 минут. Все, всем до свидания. Этот же салат и все остальные блюда еще буду делать печатную версию, потому что видео не все могут посмотреть. Буду делать фото и понемногу усложнять блюдо. Потом дойдем до осенних заготовок, которых я делаю очень много, и рассольники, и щи. Нужно всю свою продукцию, которую мы вырастим, нужно всю заготовить, закатать в банки и поставить на зиму. Все, что не съедим в свежем виде, должно храниться у нас в погребе. Иначе никак, не выбрасывать ничего. До свидания.